Пятые колеса! Ребята, всем привет! Мы на канале Водой Алекс. Сегодня бассейн от Будынка Ирожих Монстр Трак. Вот какой у нас Монстр Трак. Полный привод. Амортизаторы на все колеса. На радио? Ребята, дайте вам это классно сказать. Смотрите, какой пульт. Пульт? То, что я хотел сказать. И все это на радио управление. Да. Смотрите, ребята, когда мы его распакуем, у нас трамплин, у нас огромная яма, у нас есть болото есть, для него мы придумали. И вода. Вода, езда по камням. И это все, знаете, где находится? На строительной площадке, где очень много техники. Мы сейчас распакуем и туда поедем там гонять. Да. И просто у него там будут невероятные приключения и испытания. Ну что, распаковываем? Распаковка! Давай, так, посмотрим. А, тут есть еще такой желтый трак, этот, монстр трак. И зеленый. А у нас? Синий. Синий, вот такой у нас монстр трак. Просто невероятный. Ребята, мне уже не держится его распечатать. Так давай быстрее, все ждут. Ребята, это просто что-то. Давайте, смотрите, давайте. Как работают колеса. Смотрите, как... Резина мягкая. Очень потрогаем. А ну давай, потрогаем. Смотрите, резина какая. Очень мягкие колеса. Смотрите, ничего себе. Вот это да. Запасочку, конечно, положили маленькую, да? Но он, конечно, впечатляет. Просто впечатляет машина. Давай же ставить батарейки быстрее. Конечно же. Включить питание. Есть. Ну что, у тебя включено? А ну пробуй. Ого! А ну задний ход. Так. Так. Колесами покрути. Ну все, готово. Ну что, начнем? Смотрите, сколько болота налипло. Да. И он все-таки едет, да? Сыночка, как впечатление от Monster Truck? Очень хорошо. Это мне нравится, что у него так колеса двигаются. Смотрите. Проходимость просто супер, да?
надо. Ну что нужно? Нужно хорошие батарейки, ребята. Батарейки нужны хорошие, правда? Да.